Даже если рок не твоя стихия, эту легендарную песню «Короля и шута» узнаешь с первых нот. Духовой оркестр Щелковского театра представил новое шоу, невероятный по энергетике и адреналину концерт «Рок-хиты». Начали, как и полагается, под гитару. В зале аншлаг, световое шоу, множество интерактива и хиты, которые любят не одно поколение, оркестру удалось удивить. Идея создать такую программу, она давно уже вынашивалась. В настоящее время мы должны постоянно развиваться, трансформироваться. Именно вот тема вот таких программ, исполнение духовым оркестром, именно сейчас актуальна и оригинальна. Люди пишут, люди хотят, и мы готовы дарить им музыку рока. На самом деле мы все бесконечно здесь любим рок, мы им горим, мы им живем. Для нас, для самих, это большой подарок, поэтому каждый приложил к этому концерту свои усилия. Кто-то предлагал песни, кто-то писал для них партитуры, кто-то их играет, кто-то их исполняет, кто-то подбирает музыку, и мы все работаем над этим шоу. В этот вечер на сцене красота и торжественность духового оркестра соединилась с необузданной свободой и драйвом рок-музыки. Хиты мирового и русского рока от Deep Purple и Queen до Арии и Короля и Шута. Артисты подарили всем пришедшим настоящее музыкальное путешествие сквозь эпохи и стили. Зрители выходили из зала под большим впечатлением. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.